Всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Оксана, мне 45 лет, и здесь я делюсь своим опытом, как похудеть на 55 килограмм за один год. Подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик, чтобы первыми узнавать о моих новых видео. Сегодня я опять на работе, сегодня у меня опять разгрузочный день. Понедельник – мой любимый день разгрузки. Чувствую себя хорошо. Сейчас покажу вам свою тарелочку. Сегодня решила сделать, как и на прошлой неделе, свой разгрузочный день на пекинской капусте и грудка индейки. На одну порцию у меня 100 грамм грудки индейки и 150 пекинской капусты. Вот она, видите, маленькая тарелочка. Девчонки, большой совет всем украшать свою тарелочку, даже в разгрузочный день, чтобы она аппетитно выглядела, вкусненько. И тогда разгрузочные дни будут проходить веселее. Итак, снова пекинская капуста, снова куриная грудка. Я так и продолжаю отдыхать от ряженки, потому что надоело. Очень много месяцев сидела на ряженке и поднадоело. Пробовала раньше разгружаться чисто на куриной грудке. Там у меня тоже уходило где-то 400-500 грамм. Но это, знаете, без овощей очень-очень тяжело для желудка. Ну, не знаю, мне дискомфортно прям было. Сегодня чего-то у меня с утра прям болит голова. Видимо, вчера не выспалась. Долго монтировала видео, которое вышло сейчас на канале. Так как у меня на данный момент 1 марта. Всех поздравляю с праздником весны. Пусть вас балует солнышко. И всю весну у вас будет хорошее настроение. Ой, хотела сегодня еще я похвастаться. У меня сейчас там через девочку в Одноклассниках, это не реклама вообще ни в коем случае, заказывала себе спортивный костюмчик. Я вам здесь сейчас вставлю фотографию в этом костюме. Девочки, обещала похвастаться вам костюмчиком. Хоть у меня эту неделю вес не особо-то ушел, а вернее даже плюсанул 200 грамм, но зато на меня налез костюм 44 размера. Вот так вот. К весне еще немножечко дохудею, станет чуточку свободнее в груди и вообще будет замечательно. Очень понравилось. По прогнозу погоды, кстати, вроде как лето будет очень прохладное, поэтому надо какие-то такие вещички запасать. А так как у меня вообще вещей нет, вот представьте, вообще, от слова вообще ни одной. У меня нет ни одних джинсов, ни одних штанов, в общем, ни юбки, ни платья, ничего летнего, потому что прошлым летом я носила 54 размер, а этим летом мне надо купить 44. Но это, знаете, в кайф. В кайф, конечно, покупать новую одежду. Причем зайти в магазин и купить то, что хочется, а не то, что налезет. И вообще не думать о размере. Вообще.
Ну и потом, знаете, буду ходить по магазинам. Я была в магазине Зола. Ну, не как-то я не люблю, знаете, тратить прям великие деньги на одежду. Мне вот кажется, причем я уже сравнивала не один раз, бывает, вроде бы как дорогой бутик, заходишь, там вот такая вот блузка. И тут же там, я не знаю, довольно в дешевом магазине, точно такая же блузка, но она в 3-4 раза дешевле. Вот смысл платить больше за одну и ту же вещь. Ну, когда можно заплатить в 4 раза дешевле, да? Зато эту вещь ты поносил, выбросил или кому-то отдал, и тебе ее абсолютно не жалко. Вот такого принципа в плане одежды я придерживаюсь. Обувь, да, должна быть все-таки подороже, покачественнее, потому что ноги целый день наши ножки в обуви, и она должна быть удобной, мне должно быть удобно ходить. И тут я соглашусь с тем, что должна быть обувь качественная. А вещи, пусть они будут красивые и недорогие, мне кажется, всегда можно найти. Так что мы как-нибудь еще с вами походим по магазинам. Надо будет купить джинсы, надо будет купить белье. В общем, из всего выросла уже опять в обратную сторону. Вот эта вот тоже кофточка, она совсем новая, но как-то она мне внезапно стала слишком свободная. В общем, на талии стала болтаться. Я что-то ее даже не успела поносить. И вот даже здесь рукавчик, видите? Ну ничего, отвезу маме. Сейчас у меня время 2 часа. Я уже съела одну порцию грудки с капустой. И у меня стакан, то есть кружечка кофе с молоком. Я в сообществе опубликовала запись, где я указываю, сколько чего там по калориям и сколько чего в граммах я сегодня ем. Попробуйте, девчонки, самый такой сытный, обалденный разгрузочный день, который вообще можно придумать. Потому что, ну, реально, прям совсем не голодаешь. Вот у меня уже почти 2 часа, я всего один раз кушала. И пока я не голодная, еще допиваю кофе. Подключусь к вам чуть-чуть попозже. Очень хотелось показать вам, как нас сегодня радует погодка. Морозец, конечно, у нас есть. Сейчас откроем двери. Ну, посмотрите, какая красота и солнышко. Прям в окошко смотришь, и кажется, уже прям весна, 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 весна. Наконец-то весна. Ну что, девочки, у меня время уже 6 часов. Через час мне уже домой. В 4 часа я съела еще порцию грудки и капусты. Водичку пью, чай пью, кофе пила. В общем, настроение отличное. Надеюсь, что завтра будет у меня отвес. С вами мы теперь встретимся уже завтра, то есть через пару минут. И я вам расскажу, какие результаты у меня за разгрузочный день и вообще за эту неделю. Ну что, сегодня у меня утро вторника, 2 марта. Результат моей прошедшей недели плюс 200 грамм. В принципе, результат, это такой результат я ждала. Потому что очень активно у меня последние, наверное, месяца полтора очень активно уходил вес, да. Были хорошие отвесы, 600 грамм, 900 грамм, несколько недель по килограмму. Поэтому советую вам также не расстраиваться, если этот результат вот был одну неделю, да. Если еще одну неделю будет, допустим, плюс, тогда да, надо задуматься, значит, что-то в питании не так. Может быть, там завышенные калории и так далее. Но я точно знаю, что у меня превышения калорийности не было. Ничего я не нарушала. Значит, это просто либо какие-то гормональные немножечко сдвиги, либо это просто задержка воды. В общем, ничего страшного. Продолжаем худеть в том же духе. И все у нас будет хорошо. Главное, что меня за эту неделю, главная моя радость, да, это вот этот костюм. 44 размера, и он мне как раз. Вот это главное мое достижение, в принципе, которому я очень рада. Прям, знаете, когда, кстати, у вас такие вот бывают немножечко неблагоприятные моменты, неприятные, вернее, да, моменты, вот, порадуйте себя чем-то вот таким вот. Либо замерьте себя сантиметровой лентой, да, и вы увидите, что там у вас, возможно, минус пару сантиметров, это будет вам дальше стимул двигаться. Либо, ну вот это у меня получилось случайно, что я заказывала костюмчик еще месяца полтора назад, и он пришел. И немножечко, конечно, чуточку он плотноват, но я ведь еще в стадии похудения, думаю, будет свободненько, все будет хорошо. Как раз месяцок и будет все отлично. Желаю всем
достигать своей цели, не сдаваться ни в коем случае. Кому нравятся мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Встретимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока!